познали? Только никому не говорите. Я вырешила трошки пожартовать за лесика. Доброй раницы усім. Кася, ты чего? Ну, Вось, я хотела тебя напужать. А ты чему не пужаешься? Бо мне не страшно. Она вот весела. А тебе пасуя гэтая маска. Ой, Лесик, с тобой зусім не цікаво. Но вот спужаться як след не можешь. Кася, я твой сябр. И коли ты хочешь, каб я спужаўся, я спужаюся. Давай усё яшчэ раз паўторым. Давай. О, я страшэнны звер. Як страшна, баюся. Ну, Кась, ты на мяне не крыўдуеш? Не, і я запрашаю цябе разам са мной на размінку. Пайшлі. Доброй раніцы, хлопчыкі і дзяўчынкі. Сёння я і мае маленькія памочнікі вырашылі ператварыцца вось у такіх прыгожых гномікаў і вельмі весела пазаймацца на нашай ранішняй зарадцы. І зараз спачатку давайте пацягнем сябе за край каўпачка. Вось так. І пакажам, якія ў нас роўненькія і прыгожыя спінкі. Малайцы! А зараз пачынаем займацца. Нашы гномікі завялі свае маленькія гадзіннічкі. Зараз паставім ручкі на пояс, вось так, і пачынаем рабіць галоўкай. Цік, так, цік, так. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. Працягваем. Раз, два, тры, чатыры. І апошні разы. Раз, два, тры, чатыры. Малайцы, скончылі практыкаванне. А зараз апускаем ручкі ўніз і будзем паціскаць плечыкамі. Вось так. Нібы чаму-то здзіўляемся. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. Яшчэ, яшчэ. Вось так. Раз, два, тры, чатыры. Працягваем. Малайцы, яшчэ. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. Апошнія разы. Тры, чатыры. Малайцы, скончылі практыкаванне. А што ж можна ўбачыць у казачным лесе? Зараз будзем глядзець. Спачатку ў адзін бок, а потым ў другі. Трошачкі нахіляемся. І раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. Працягваем. Раз, два, тры, чатыры. Яшчэ. Раз, два. Малайцы, яшчэ, яшчэ. І раз, два, тры, чатыры. Апошнія разы. Выдатна, скончылі практыкаванне. І што ж убачылі нашы гномікі? Вялікіх і прыгожых птушак. Раскрываем крылы і паляцелі за мной па крузе. Паляцелі. Ляцім, 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 ляцім. Малайцы. Яшчэ, яшчэ, яшчэ. Вось так, ляцім. Выдатна, малайцы. Яшчэ. А зараз ляцім на свае месцы. А яшчэ гномікі ўбачылі шмат насякомых, якія весела гудуць. Пачынаем. Вось так, вось так. Раскручваем кулачкі. Яшчэ, яшчэ хуценька. Апошнія разы. Малайцы, апускаю ручкі ўніз. А цяпер паставім ручкі на пояс і будзем раскручвацца як ваўчок. У адзін бок, у другі. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. Малайцы. Раз, два, тры, чатыры. Працягваем. Раз, два, тры, чатыры. Апошнія разы. І тры, чатыры. Выдатна, хлопчыкі і дзяўчынкі. Усе гномікі вельмі любяць вандраваць. А як яны гэта робяць? А вось так. Крочым на месцы. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. Яшчэ, яшчэ, яшчэ. Вельмі весела. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два. Малайцы, працягваем. Раз, два, тры, чатыры. Апошнія разы. Тры, чатыры. Скончылі практыкаванне. Вось такая цудоўная зарадка атрымалася ў кампаніі нашых вясёлых гномікаў. А зараз будзем развітавацца. Да сустрэчы! Раз, два, три, четыре, раз, два. А
Алексі, где? Разом же з размінки поскакали, а його нема. Цікаво, де він? Кася, ти де? Кася, ти чого? Мені не познала? Голос знайомий. Лесік, гэта ты? Ну, вядома, я. Ты спеціально вырашыў мяне з самай раніцы напалохаць, каб я ўвесь дзень баялася? А ты чаго? Сама ж пачала гульню ў ранішнія пужалкі. Ну і што? Я хацела цябе напужаць, а сама пужацца не збіралася. Ну, Кася! Што? Прывітанне! Добрай раніцы, Ясік! Ты, калі ласка, блізка да Лесіка не падыходзь. Чаму гэта не падыходзь? Таму што ён усіх пужае. Правда? Угу. Тады я адыдуся як мага далей. І зрабі гэта хутчэй. Ясік, не слухай Касю. Гэта яна першая пачала ў пужалкі гуляць. Я тут ні пры чым. Пры чым, пры чым? Ні пры чым. Гэта Кася з самай раніцы ўсіх пужае. Уяўляе, што яна страшэнны звяр. Стоп, 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 спыніце спрэчку. Зараз я прапаную ўсім перанесціся у Германію і даведацца, як у гэтай краіне святкуюць Новы год. Толькі давайце дамовімся, што пасля прагляду ніхто нікога пужаць не будзе. Ага. Нават прыгожа і па-навагодняму. А чаму б нам вялікую гульню не наладзіць? Якую такую гульню? Вы ж ведаеце, што гэта я вельмі люблю. Прапаную выйсці на вуліцу і праверыць, колькі чалавек вас у гэтых масках пазнаюць. А пераможцам хто будзе? Каго пазнаюць ці наадварот, каго не пазнаюць? Каго не пазнаюць, вядома. А, не-не-не, гэта неправільна. Чаму неправільна? Таму што Кася ўсё роўна будзе крычаць. Я Кася, я Кася! Вось яшчэ! Гэта ты будзеш крычаць. Няўжо вы не пазналі самага разумнага Лесіка? Я ўпэўнена, што такая гульня ў нас не атрымаецца. Тады прапаную другі варыянт. Паўтарыць вельмі неабходныя правілы. Якія? Хутка зімовыя канікулы. Усі дзеці з санкамі на горкі пойдуць, на лыжах і каньках катацца будуць. І мы таксама. Вось я і прапаную успомніць самыя важныя зімовыя правілы. Ура! Какой сёння снежны дзень, на горкі будзе весела. Доброе утро! Инспектор ГАИ Задоровский Владимир Эдуардович, вы знаете, что вы нарушили правила зимней безопасности? Давайте снова пройдем с вами по маршруту от дома до горки и разберем все ошибки. Ну, пойдем. Запомни, Соня, выходя из подъезда, мы все становимся участниками дорожного движения и должны знать и соблюдать эти правила. Если ты увидела припаркованные автомашины стоящего подъезда, дойдя до них, не надо выбегать из-за нее, а посмотреть направо и налево, убедиться в отсутствии движущихся автомашин и только после этого переходить дорогу либо проезжую часть. Пойдем. Вот видишь, Соня, ситуация, про которую я тебе говорил. Вышли из подъезда, дошли до припаркованного автомобиля. А выбегать из-за него нельзя. Нужно дойти до края автомобиля, остановиться, посмотреть налево, направо, убедиться в отсутствии машин и только после этого спокойно переходить дорогу.
Ну вот, Соня, мы подошли к пешеходному переходу. Первый раз, когда ты здесь переходила, ты была в капюшоне. И капюшон тебе мешал смотреть по сторонам направо-налево, и ты не могла услышать звука приближающегося автомобиля. Запомни, Соня, подойдя к пешеходному переходу, ты должна остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться в отсутствии приближающихся автомобилей, и только после этого начинать переходить в проезжую часть. Давай перейдем, я тебе покажу, как это нужно делать. Дошли до края, посмотрели по сторонам, автомобили остановились, и только после этого мы начали переходить дорогу. Спасибо. Осторожно. Пойдем. Переходить нужно медленно, уверенно, не бежать. Молодец. И ты, конечно, поняла, что кататься на санках вблизи проезжей части – это очень опасно. Я надеюсь, что твоя зима и ваша, ребята, пройдет весело и безопасно. Хутка новогоднее свято, цуды розные повинны отбываться. А ты сядешь за своим компьютером и сядешь уже. А я, між іншим, цікавую інформацію про новогоднее свято и шукаю. Якую? Може, ведаешь, где самая высокая елка стоит? И где самые незвычайные подарунки дарить? И где самые прихожие снегурочки? Кася, ты меня своими «где» зусим сбила. Я люблю спочатку на одно питание отказ найти, а потом до другого переходить. Одним словом, ты любишь час даремно гублять. С чего ты взяла? Тому что треба вучиться одночасово несколько справ робить. Так худшей будя. Кася, а ты ведаешь вырос? Парады одного сонечного зайчика послухаешь и ничего корыстного не отрымаешь. Это ты кого зараз мел на УАЗе? Якого такого сонечного зайчика? Тебе ведомо, Касечка. Что? Зараз я отберу у тебя компьютер и докажу, что ты вельми помляешься. Привет, я Диана. Правда, что новогодним деревом считается не только елка? Кася, справишься с отказом сама тебе допомогчи? Можешь трошечки и допомогчи, сам разумнейшим станешь. Традиция упрыгоживать елочку на Новый год з'явилась не так давно. Я не могу уявить новогоднего свята без елочки, гирлянды, карагодов и, вядома, подарунков. И я так само. Але зараз не во всех краинах елка головный новогодний символ. Так, а давай доведаемся, какие еще древы упрыгоживают на любимое зимовое свято. Можете уявить, что вы приходите на новогодний ранишник и бачите, что у центра святочной залы находится копейное древо. А теперь здогадайтесь, у яким кутку свету мы опынулись? У Центральной Америцы, докладней, у Никарагуа. А, например, у Мексицы упрыгоживают пальмы, и гирлянды на них зихотят не меньше, чем на наших елочках. А африканцы любят упрыгоживать бабабы. Ой, это ж вельми великое древо. Его даже у покою нести нельга. А бабабы никто и не носи у дом. Их упрыгоживают на улицах. И все жихары выходят до святочных древ и жадают один одному самого наилепшего Нового года. Цудовная традиция. А у Японии есть целая наука по складанию святочной композиции. До бамбука прилаживают сосновые галинки, мандарины и навод сушеные креветки. Сушеные креветки, як незвычайно. Так, а у Индии зусім не упрыгоживают древы. Их заменяют великие гирлянды с кветок. Безумовно, и гирлянды, и баобабы, и пальмы святочно выглядают. Але наша елочка на Новый год все ровно самая прыгожая. А я лечу, что совсем не важно, какое древо мы упрыгоживаем на Новый год. Головное, с каким настроем мы сустракаем свято. Лесик, а что это? Я тут подумал. Як може виглядати самая незвичайная елочка? Скажи, я ще елочка буду, чага. А чому не? Тобі не подобається? Подобається, відомо, але єсть над чим працювати. Відомо, критикувати кожний може. А ось самому нечто придумати? А ось візьму і придумаю. Вельми мені хочеться поглядіти. Зараз. Гляди і любуйся. Это что? Гляди уважливей. Кася,
ты для меня розыгрыш подрыхтовала? Ой, який ты неуважливый, Лесіча. Кася, ты ведаешь, что я не люблю, коли со мной жартуют. Лесик, гляди уважливо. Моя супер-елочка под белым-белым снегом. Снег усюды. И тому мы елочку не бачим? Правильно сдогадался. Кася, а ты меня не разыгрываешь? Не, докладни крышечку. Так, Кася, я беру невеликую паузу и включаю мультиварку. Это не розыгрыш? Сама гляди. Лисик, ты знов за комп'ютером сядзіш? Я шукаю добрый розыгрыш для Касі. А наво што табе? Таму што яна таксама мяне разыграла. Цябе? Хіба гэта магчыма? Так, паказала чысты аркуш і сказала, што гэта елачка пад белым-белым снегам. Ты гэта ж весела! Пад гэтым снегам можа быць і Лисик, і Ёсик, і нават сама Кася! Ёсик! Дякую за подказку. Я зараз хутенько портрет Касечки под белым-белым снегом намалюю и ей подарок. А покуль ты будешь працовать над портретом, я могу рассказать про одно цікавое подороже. Ну что, привитание, лес? Привитание, рысь? Ай, ну чого отворочуешься от нас? Не чакала? Ой, некуды, мы-то на кераваны идем. Напевно, некие справы у яе. Але чому раней не выконала их? Ведала ж, что мы в гости прилетим, я поперечу. Ой, пригожая кошечка, правда? Але все же не раю яе зловать. Хай себе займается тем, что запланавала, а мы сдалек за ей поназираем. Чому пытаетесь вы? Чому яе нельга погладзіць? Яшчэ одно пытанне чую. О, сябры, рысь, гэта драпежнік, разумееце? А драпежніка не чапай, і ён цябе чапаць не будзе. Калі ў рысі час палявання, яна вельмі цярпліва сядзіць у засадзе, а нападае з блізкай адлегласці і з нянацку. Правда, калі паляванне безвыніковае, ахвяру не пераследуе. Рысь аблюбавала змяшаныя лясы. Яна аддае перавагу глухім, маладаступным участкам з завалами, бураломамі. Дзе водзіцца шмат дзічыны, там і рысь. Зайцы, касулі, маладыя алені, лусі заўсёды павінны быць напагатове. Ой, якія вочы! Паглядзіце! Пильные, уважливые. И я б не сказал, что добрые. О, кого она так выглядая? Неужели вот этого сверка я на то подобного собаку? Ой, будем сподеваться, что с ним еще будет добро. Я на то подобный собаку в Беларусь был завезен каля 80 годов тому. Для его зробили штучные норы, подкормливали мясом и рыбой. Янотоподобные собаки хутка освоились и полюбили змяшаные лясы, невеликие перелески, что мяжуют с болотами. Их можно так само убачить у зарасника кустовья и тростнягу по берегах рек и озер. Протяглые белорусские зимы янотоподобная собака переживая у сне, як медведь. Так что нам пощастило, что мы его убачили до зимы. Пытаетесь, что же ён с таким аппетитом есть? Увогуле, янотоподобна собака не адмовіцца ад насякомых, рыбы, жабак, ягад, грызуноў. Прыгледзьцеся, яго мордачка на мышыную падобная. Гэткі ж вострый носік і круглыя вочкі. Ой, ну, не будзем перашкаджаць махнатаму. Тым болей, што і нам час вяртацца. Пажадаем лясным насельнікам усяго добрага і дамоў. Полетели! Кася, я твой портрет намалявал. Гляди. Куды глядеть? Я ничего не бачу. Як? Гэта ты.
только под снегом. А я побач разглядела и тебе, лесечек. Як мене? Гляди, ты у великой гурби снегу замаскировался. Ось у таким добрым настрою я пропоную отправиться на занятки. А после их обовязково погуляйте на улице разом с сябрами. Только бережите щечки и вушки от морозу. И лапки. Ой, докладней, ножки. И сустренимся завтра с ранку у нашим добраранку.